Не, он там проками, я имею в виду то, что шея на это ваш делает, на силу заклинания, наверное, лучше. Правильно? Там есть 239-я, я дождусь до того момента, когда мы начнем закрывать ХМы. Ну, И все. полутаю хиловскую. Скорость МП5, 239-й, еще и с дыркой. Фига себе, МП5. Я сейчас чуть по чуть все сразу. Погодь, я тебя громче сделаю, я тебя вообще не слышу. Там не так, микрофон близко стоит. Боже. Сейчас я пойду этот наушники надену, тут что-то ты будет материшься, а у меня мама сейчас меня отключит. О, мама, выходные. А? Она меня пугала. Да, мама тут все рассказывает. И племянник все хочет поговорить с вами. Наушники за поставлю. Не, он сейчас играет. Мувил. Говорю, долго бьем. Злой большой дядька. С собранием последний босс самый вообще
этого Коля убью. Калагарн, Коля. А ведь сегодня время вагон. Так. Мана, мана, все дела. Да, пока не. Хвоста ты будешь дисплеить, а я тем временем сразу же весь урон хилить буду. Ник Дилан спрашивает, кто кого держит. Ну тогда дать мне. Где, который можно дать? Между мылами стойте, только никто дальше танков не заходите, иначе вас шотнет. Молния.
вижу, но я думаю, у меня друг. Игорь, дай. Тотем просто. Я встаю. Выведи, 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 он в руне стоит. Талый сразу упал, тут же. Нет, у меня этот просто... А, не апай, да? Понял. Ну, это кастую я часто. Я именно, короче, самое главное, ближе держаться к большому, чтобы молния не шарахнула. Я просто забыла. Он несколько раз стянул все-таки волну исцеления, а так в основном цепуха. Цепуха, щит земли.
Риба. Вот риба. Так, ну тогда на этот поставлю, на природу этот резист. Ладно. Корни там раскидали, так. Головозу. Так. Нет, вот этот улетает, конечно, хорошо. Вы красавчик. Ну, хватит, выкинула молнию. Не в дальнего. Надо ренджу держать, он, короче, молнию кидает на... Войда ресни. Войда, чё ты? А где я полетаешь, ещё её нету, что ли? А ХП у тебя таки должно быть? А, это ты прожмался. Диск мне...
денег делать, да, через рестнуть могу. Чего там спина нормальная? Мне показывают, что за 15 тысяч можно продать. Диск доступа к архиву. А, это на этого, на Алгалуна? Ага. Мы пойдем тогда туда. Народ, а суманите меня, пожалуйста, суманите. А суманем сейчас, подбежим к Калагарну. А меня можно тоже сумануть? Это что сейчас, хардмод будет? Слава, слышишь, а как диск этот, ну, помнишь квест, там, короче, надо разведать дверь, только, а тут же стражник стоит, как подойти к нему. Нифига себе, два ляма, как я тебя убью. Давай. Если никому больше. А, плащ боя, кстати. Плащ, да. Ты что-то говорю? Меня слышно? Меня слышно? Ну, я до этого кричала, бое. Чё здесь дает? Рыл. Не было. Ты же отдавал кому-то. Не отдавал. Я вот как раз сейчас такое сделал. Да иди, да прыгай на меня как-то. Да я блеснула. А ну скажи еще что-то. Я на наушниках. Ага, то очень громко было. А теперь этот шаман еще скажи что-нибудь. Раз-два. Племянник хочет поиграть, я ему не даю. Он только йети убивал мне. А жиренький фонарь? Ага, да. Нормально, ему нравится. Ничего, я его картину заставила рисовать. Мы тут монополию. Мы козла его научили играть. Все азартные игры. Мама думает. Чё, где? А, я думала, ты еще привел. Мы этого давно убьем. Он сейчас говорил, сейчас ты посмотри его. Я тут этот квест слушаю, как они тут это разговаривают, мобы. Не-не, я уже сходил, вы как раз его только что и убили. Угу.
Там, короче, помнишь, трех мобов бьем, и они передают свои способности боссу. Там типа лучи, из которых нужно выбегать, потом топот, ой, каст нужно превращать. Это как на Игнисе прям. Угу. Он фрэ... Ребаф, сделайте, пожалуйста. Ай, я это мой зло. Все, есть каски. Да що ж у нього багать, то одно, то второе, сука. У мене, короче, либо... О. Так понимаю одну кнопку, тут ветер, этот самый, стремительность, она забагалась, не работает. Процентов. Потом типа две руки одновременно будете играть, да? Босс решил сегодня меня погонять, да, чисто? Да. Я заметил, туда-сюда. Это уже не смешно, пять раз подряд. Потом была задача убить обломки. Да зачем 130 тонн? Добейте руки!
Не, ну когда руку не разбивали, нормально. Да, блин, 100 тысяч можно было прям реально удалить. Ты рыбу поставил или я поставлю? Хил, вставай. Ой, поставьте ГБ. Я его резнул. Вот же она. Валя. Не. Нет, я тебе рассказывал, как все работает. Почему агрится босс? Походу отошла. Сейчас, одну минуту. Рассказывай. А? Рассказывай. Что рассказывать? Почему агрится? А, короче, на Сирусе, вот на Аксе, какой-то баг. Когда ты встаешь, ты еще на несколько секунд якобы появляешься у босса. И он типа агрится на тебя. Если есть кто-то в инсте, то он сразу как бы бежит до следующих. После того, как убил тебя. Типа. Ты пропал, но ты заагрил босса. И это происходит, когда ты находишься под боссом мертвый, и тебя резают, или ты встаешь. Поэтому босс агрится. А сейчас она не лежала под боссом, чисто теоретически не могла сагрить его. И если мы ее резнем, она как бы не сагрит босса. Я уешную печать юзаю. Что? Смотри, какие минусы. Печать порчи я настакать не успею, когда будем свечиться в руку. То есть человек будет из руки выбираться дольше. Его... Вот сейчас шаман умер, ты начал орать. Как бы. Я про это говорю. Нет, мы били, мы не успели просто.
Ну, чтобы кто-то там, пара человек только. Может, траву свечнуть? Ой, левую. Войско готовь. Роланда, вставай. Сейчас встану, 7 секунд. Грибы не, трэш не, не алё. Там мельники, мельков бьёт сильно очень. Иди, вставайте. Вы к ним не подходите, они его за себя уешат. Это я по себе знаю. Не, не сфера. Они, короче, кастуют что-то какое-то. Вот. Не, не то. Что-то другое кастуют. Или да.
Ну-ну, я знаю, да. Ну ты зато 5% крита даешь, мини. С дикого защитника снимать?
Я первый раз дам стану. Это тендрипт? Нет, это диспербол. Типа по области. Красивая шапка, а у меня на транспорт лежит. Ну, я бы плечо забрала. Готрэш. Давай мне, пофиг. У меня вообще говно. Тем более, это еще это с дырками, спасибо. Шам, ты плечо уже распылил? Что ФК, мне кажется. Ну, гнездочек, красавчик. Ну, все. Не-не, я пока не пылю, жду. Так, что, дай кому? Я еще быстрее. Я забыл. Окей.
Дальше.